Жила-была принцесса, как-то раз и увидела страшное чудовище. Куда? В пещеру, куда же еще? Пиу! Бух! Расплакалась. Че с ней взять, девчонка? Думал, король, думал, что делать, и позвал он рыцаря. Спаси мою дочь! Сделай все возможное, ваше величество. Я рыцарь, я самый смелый, я тут никого не боюсь. Спаси мою дочь, сынок. Служусь, ваше величество. Ух, жарко. Не могу больше. И третий рыцарь пошел спасать принцессу. Выходи, ясеница. Отдавай принцессу. О, еда сама пожаловала. Шмят, шмят. Выходи, красавица. Вернулись они домой и жили долго и счастливо.